Обелиск в память погибшим в Великой Отечественной войне землякам в Наволоках заменяет центральную площадь. Здесь проходят основные праздничные мероприятия и митинги. Между тем, мемориал мало напоминает центровую точку благоустройства, практически никакого. Ограда покосилась, облицовочная плитка отваливается, а вечный огонь вряд ли уже согреет. Построенный в 1967 году комплекс, похоже, еще ни разу не приводили в порядок. Красноречиво говорят об аварийном состоянии отвалившиеся кирпичи, выкорчеванные с корнем ограждения, оголенные провода фонарей. Однако уже совсем скоро, заверяют в администрации поселения, картина изменится. Показывают проект нового мемориала с площадью, пушками и большим обелиском. Вот и образец плитки, на которой высекут имена героев. Венчать строение будут три знаменитых земляка – моряк, пехотинец и танкист. Предварительная стоимость проекта – 3 миллиона рублей. Примерно половину суммы местные власти попросили у своего представителя в областной думе Сергея Мазалова. С остальным планируют разобраться на месте. Средства будут выделены из бюджета Наволоцкого городского поселения. Планируем примерно 1 миллион рублей выделить на это мероприятие. И будет объявлена городская акция по сбору денежных средств с населения и, соответственно, с предпринимателей. Это были проведены собрания с жителями, была приглашена общественность, и люди относятся к этому положительно.